Так, слушаю. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, Андрей. Я сразу напоминаю, что у нас записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Я слушаю, говорите. Сейчас прочитал пост, вы Александру Шлокову ответили. Знаете, чего-то подобного я, наверное, ожидал. И я вот как только в общину, в интернет-общину зашел, тоже вот я ощутил, как он тот же момент, когда он сначала высоко поднялся, такое одухотворение или еще что-то. Знаете, как эйфория прилетает, а потом начинаешь понимать, что это очень тяжкий труд. У меня это вот его пост ему, это мне пост. Ведь у меня, знаете, настолько пустота, и у меня кроме нетронутой-то бороды и предъявить-то нечего. И не то, чтобы похвалиться нечем. Пустота. И она не то, что пустота, ладно бы пустота, там грязи полно. И знаете как, я даже немножко, вы понимаете, хочется, знаете, как будто протянуть руку. Это же руку протянуть труд. Кто тебе поможет, если твоя рука грязная, она лживая? Она такой является. И остается только надежда на Духа Святого, на крещение. Читать читаю, слушать слушаю. Ну, знаете, как друшлаг. Не то, что не все, мало что остается. Ну, потихоньку. И уже, как вот вы сказали ему очень точно, что вы определили по интонации, по видео, по голосу. Я на себя посмотрел, когда вот в записи себя видишь или слышишь. Я тоже за собой. Раньше просто могло мне это не нравиться, а сейчас я вижу. Я на братьев смотрю, которые Духа Святого исполнены. Они вот как эта тундра. Весь день солнце вокруг, все открыто. А на себя смотрю, какие-то углы, какие-то тени. Не все, вроде бы говоришь, как-то кажется, что открыто. Ну, какая-то пелена на глазах. Сам себя когда видишь и понимаешь, что лукавый, очень лукавый. Искренность только в одном, в молчании получается каком-то. И все. Меня тронул этот пост, он был не Александру, он был мне. Вот, и я не мог бы поделиться, оторвался от работы. Это был мне. Так же, как и вот Николай говорит, вот про Анатолия тоже посмотрел. Я в Анатолии себя очень сильно узнал, очень сильно. И это прям не то, чтобы... И это, дай Бог, это чтобы переломило ход моей дальнейшей жизни, потому что я узнать-то узнал, на следующий день работать начинаешь, и оно выскакивает. Трудно себя подавить в таких вещах. Просто осознание того, что ты что-то понял, дает какое-то усыпление того, что ты как будто бы уже это исполнил. И все, и идешь дальше той же тропой. Вернуться на тот путь, который увидел, его еще потерять нужно. Вот. Могу ли я креститься с такими колебаниями, не знаю, но очень нужно. Да. Все. Тяжко. Хорошо, что думаете. Ну, тяжко. И креститься на крещение. У меня сейчас одни мысли только об этом. Вот. Мы с женой-то звонили вам, а путевки не было. Я вот хотел узнать, нам, ну, что брать с собой, как с собой брать. Или это к Вячеславу обратиться? Вы говорите о крещении, да? Да. Ну, я сейчас вам вышлю. Я его не высылал вам? Нет, я вот... Я сейчас вам вышлю. Ну, нужно халаты белые почти до полу. Это шить надо обязательно с собой. Остальное я вышлю путевку ребенку, а это то же самое. Примерно то. И маршрут... Мы с супругой, Игнатий. Я говорю, что у меня для лагеря сделано уже, а это тоже и взрослому надо. А смена одежды... Так что я вам скину сейчас сразу. А еще, Игнатий Дмитриевич, знаете, вот у меня такое ощущение, но оно доброе очень, что я смотрю на тех братьев, всех ваших потерявших, всех, кто прошел крещение. У меня такое впечатление, что вы все стали, ну, евреями, а мы, вот кто не крещеный, кто какие-то далеки от этого. Я смотрю на вас, вы какие-то другие люди, какие, ну, вот поле, чистота и простор. Я чисто разницу вот заметил вот эту, вот мне этот пост как-то... Он до глубины души пронял. Я прям это... Ну,
Так как маленькие дети, как будто бы ты, знаешь, как поднял руку, тебе взяла взрослая тетя или взрослый дядя и повели. Это все так просто было. Ну, заблуждался. Это тяжкий труд, наверное, все-таки выйти, вынуть свою душу из этой грязи. Да, а она влечет. Да. И одного это никак не сделать. Ладно, пойду я все. Трудиться. Все, сейчас я вам скину. В течение 3 минут я вам скину. Скиньте, пожалуйста. Все, с Богом. Все, спасибо. Аллилуйя. Спасибо. Что непонятно, но просто только белые халаты шейте себе.